Представляю ваше внимание видео очередное катушечный магнитофон Astra модель МК-111С-1. Родная крышка целая, что бывает очень редко. Ручка выдвигается вот таким образом. Внешний вид корпуса. Шнур родной, маркировка заводская, шильдик. Сейчас посмотрим, как он звучит. Внешнее состояние такое, на троечку. Может, на четверочку. Только видно, что бывал. Так, вот сеть. Виктор Цой. Громкость тихая. Конденсаторы, наверное, на замену. Перемотка. В другую сторону. Пауза. Интересно, переключается. Так, еще установка скорости. Девятая.